Он есть? Да. Дай мне его. Да. Присутствующих, пожалуйста, продолжить наше собрание, церемония почета. Только некоторые герои. Героев 23 сентября и 9 сентября было очень много. Мы выделим только группы. Награждается Ладожским союзом неодушевленных избирателей имени Чурова Максимов Александр Анатольевич, глава администрации Ленинского района города Владимира, за отвагу и героизм, проявленные в ночь с 23 на 24 сентября при проведении итогов второго тура губернаторских выборов. Найдухов Сергей Андреевич, глава Радужного, за проявление высокого управленческого умения, выполнение служебного долга, вырвавшись в бескорыстной отдаче всего своего законно добытого административного ресурса на плаху незаконного его использования. Муниципальные депутаты, за умение превращать выразительное событие, коим должны являться выборы губернатора области, в полную бессмыслицу. Вся избирательная система области, вобравшая в себя все противоречия действующих порядков во властных структурах, вообразивши, что им поэтому все можно врать, нарушать закон, игнорировать иные мнения, заниматься, что называется, подтасованием фактов и всячески избегать разоблачения. Я думаю, есть смысл заснять всех, весь наш коллектив. Вот Анатолий, на фоне... Анатолий, повернись, да. Как засовываешься. Давайте сюда, пожалуйста. Когда я сюда шел, женщины останавливались и просили объяснить. Я им объяснял, говорил, вот эти плоды, это люди. И в каких условиях они находятся. Этот букет, он выражает что? Главное противоречие нашей страны между властью существующей и простым большинством людей. Вот эти ладожские события показали, что власть кардинально находится в противоречии с большинством. Она преследует свои интересы. Но дело-то в том, что в стране-то экономика не развивается, ничего не развивается, ничего не улучшается, а все больше и больше эксплуатируется основная масса людей. Постоянно нынешняя власть закабаляет людей, эксплуатирует, делает их никчемными.